ранку. Вітаємо вас. Це ранок у великому місці. На календарі 9 квітня на годиннику 6:30. Лише найважливіше, лише найактуальніше і все, що вам потрібно знати цього ранку, саме у нашій програмі сьогодні. І так, давайте пройдемося по темам, на яких будемо останавливатися подробно, тому що вони того заслуживають. В налоговому кодексі грядуть очередні змінення. Скільки тепер ми будемо віддавати государству? І є ли границі бюджетним апетитам? На ці і другі питання відповість Єлена Макеєва, заместитель міністра фінансів України. Хто сильніше? Росія витрачає багато сил та грошей на створення для своєї армії іміджа міцної, могутньої та непереможної. Але чи така вона страшна, якою хоче здаватися? Відповідь на це запитання дасть полковник запасу Іван Якубець. Она пробралась в Верховную Раду и заставила краснеть депутатов. Она – это Даша Селфи. Откровение народных избранников, не устоявших под ее натиском очарования. Совсем скоро смотрите в нашем эфире. Ах, какой конферанс. Остается мне сказать только на веб-камеру, которая доступна по адресу ranok.ictv.ua, друзья. Она показывает Юлю в профиль. Юля в профиль замечательно хороша, поверьте мне, я ее ежедневно только так, собственно, и наблюдаю. Вот она анфас поворачивается, я ее не узнаю. Примерно так. Важные новости из социальных сетей. Новость номер один. В преддверии пасхальных праздников стоит готовиться к провокациям, уверяю службы безопасности Украины. Украинские спецслужбы говорят о том, что в Украине возможны самые разные действия с провокационной целью, с террористической целью. И в СБУ считают, что эти акции готовят и оплачивают экс-премьер Николай Азаров и экс-депутаты Олег Царев и Владимир Олейник. Так что ушки на макушке. Новости из моей родной Одессы, которые меня, ну, скорее повеселили на самом-то деле, потому что в сети появилось фото некоего документа. Вот он, кстати, под названием «Декларация о государственном суверенитете Одесской Народной Республики». Мы связались с руководителем пресс-центра СБУ Еленой Гитлянской, и она рассказала, что информацию проверили и выяснили. Это фейк. Указанные в документе люди опровергают свое участие. Более того, СБУ узнала, что информацию опубликовали из России. Сделали это специально для создания новой волны паники на накануне приближающегося 2 мая, когда произошла трагедия в Доме профсоюзов. Ну, бачиш, робиться все, аби збити з пантелику, посіяти якийсь хаос і паніку. Ну, сделали по-человечески. Они бы еще, не знаю, там, монархическую республику Молдаванки объявили, и вообще... А я так понимаю, что это твоя мечта детства, да? И он такой, я царь. Нет, там, на Молдаванке там король. Монарх Молдаванки. Король. У мене от цікава новина з Росії. Ви знаєте, там, увага, заборонили робити фотожаби на російських знаменитостей. Щоправда, це стосується це лише негативних карикатур, тобто якщо вони погані, то їх робити не можна. Залишилося лише хороше, сподобалось. Залишилося лише от дізнатися, що російські віп-персони вважають негативом. Ну, не знаю, такі душевні роблять карикатури, фотожаби. Ну, яких можна заборонити? Не знаю, що російські віп вважають негативом, а вот следующая новость, по-моєму, якраз таки на роль негатива претендує. В Росії возбудили дела проти спасенных українців. Всіх моряків-іностранців, затонувшого в Охотському морі траулера Дальний Восток, привлекут к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Якобы в настоящий момент задержаны 26 иностранцев, среди которых есть и граждане Украины. Но вот мы дозвонились до исполняющего обязанности директора департамента информполитики Министерства иностранных дел Евгения Перебениса, и он эту информацию нам пока что подтвердить не смог. Внимание, его комментарий. На борту цього судна перебував один громадянин України, який, за повідомленням російських правоохоронних органів, не значиться серед врятованих. Ближчим часом має відбутися процедура упізнання загиблих на Сахаліні. Що стосується інших трьох громадян, які, за попередніми повідомленнями, могли бути громадянами України, оскільки вони з Автономної Республіки Крим, то на цей момент ми не маємо ще точного підтвердження від російської сторони їхнього громадянства. І в тому числі ми не маємо інформації про долю, власне, цих трьох громадян, чи були вони врятовані, чи ні. Ну вот, я напомню, что ранее в Охотском море затонул траулер «Дальний Восток», погибли люди. До сих пор остается неразбериха со списками спасенных, со списками тех людей, которые находились на борту. И вот как раз-таки внимание украинского МИДа по отношению к возможному нахождению граждан Украины на этом траулере как раз-таки приковано. Едемо далі. Я уже особисто сама дуже хочу подивитися и вас закликаю подивитися пригоди нашої Даші Селфі, яка, на секундочку, пробралася до Верховної Ради і застала
заставила червоніти депутатів. Під тиском її чарівності, її жіночності, їм довелося признатися, на якому ж побаченні жінка може дозволити собі інтим з чоловіком. Це депутати відповідали, дивіться. З точки зрення Конституції. Все на законодавчому рівні. Увага. Я депутатов ждала 2 недели. Я так не ждала ни одного мужчину. Будут они у меня сегодня наказаны. Вот так. Ой, ну не могу я долго злиться на депутатов. Они такие хорошие. С вами фотографируем, чем мне дать что-то спитать. А давайте сфотографируемся, давайте вместе красиво. Сегодня мы узнали, что российский депутат внес законопроект о запрете секса до брака. Вот что вы скажете по этому поводу? Безумец, безумец. Добрый им путь. Чем меньше россияне будут размножаться, такие, которые подают такие законопроекты, тем будет чище российская земля. Запрете секса до брака. Ха, я зрозумів. Я считаю, что брак без секса почти обречен. Я рахую, що це правильно, що це правильно, що цей законопроект, що він уніс, це дуже хорошо, це буде має чесність і порядність між молодежю. На якому свіданні можна дозволити інтим з мужчиною так, щоб потім він женився на мені? Ну, це, во-первых, вопрос к девушкам или к Ляшко. Да. З дружиною ми дозволили це собі десь місяці з півтора після знайомства. Та так як вже душа ляже, то я вважаю, що поспішати нема куди. Время спустя, коли вони поймуть, що дійсно інтим – це розвиття їх глибоких отношений. Я що це, тримається за паличку, допомагаєте чи що? Це селфік же ж. Я не буду це проскоментувати. Чому? Многі мужчини прячуть гроші в носки, в піджаки, не знаю, що куди. От у вас є заначка від жени? Ні. А зачем така жінка, якщо мені треба прятати гроші? Є от такі мужчини, мені подружки розказують. Ну, это проблема с подружками, если они себе таких мужчин подбирают. Я бы посоветовал иметь столько денег, чтобы не надо было от нее прятать. Я взагалі проти готівки, скажу чесно. Чому? А тому що це корупційна складова дуже велика. Коли ти бачиш рух грошей через картку, ти знаєш, звідки воно взялося і куди воно рушиться. Це, по-моєму, уніження прятати, да? Щось, так. Да. Я не прячу, бо в мене нема що прятати, так що. Нема що прятати, того і не прячу. Чесно? 100%. Ну ладно, я вам вірю. Спасибо вам большое. Ну, не знаю, якщо що, заходіть. Хорошо, спасибо вам большое. Давай. До свидания. Ну що, ми он не прячет деньги. Ну прикрути. Ну почему? Ну мы с тобой. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Ну и не надо. Знаете, на самом деле депутаты приходят в Верховную Раду не для того, чтобы работать, а для того, чтобы фотографировать меня. Да. Угу. Сергей Петрович, хватит меня фотографировать. Идите работать. Ну, как ребенок. Кошмар. До завтра, хорошие мои. Да у нас вся программа существует ради Даши Селфи и вас, дорогие зрители, поэтому все логично, что депутаты так заинтересовались. Итак, начинаем обзор светлой стороны интернета. То, что, я надеюсь, сделает ваш день лучше, добрее и улыбки шире. Для начала важная информация. Nescafé Classic бодрит с утра. Это я так намекаю, как вам завести свои моторчики. Ладно, поехали. Забавный инцидент произошел на концерте группы Maroon 5. Это такая действительно популярная группа. И вот у них был концерт в Калифорнии. Во время исполнения одной из песен на сцене, откуда ни возьмись, просто безумная фанатка. И она бросилась на солиста Адама Левина. И ну, туда дальше уже пошли обнимашки. Опытный Левин знает, как нейтрализовать восторженных поклонниц. Но все восхищаются в интернете тем, как девушка поймала свои 5 минут славы, там 5 секунд славы. Представляешь, да, выбежал фанатка. Бы поклонник такой, бросился бы на солиста Maroon 5. Вот это было бы конфуз. Я да? тебе потом покажу, что произошло с Киркоровым, когда к нему подскочила поклонница. Только ты мне покажи, пожалуйста, на расстоянии, ладно? Хорошо, вот. Издалека. Видео. Ладно, поехали дальше. Хотите полетать со звездой фильма «Крестный отец» Аль Пачино? Я не шучу, абсолютно серьезно. Если у вас есть абсолютно ненужное 40 тысяч
долларов вы можете организовать себе такое развлечение. За такую сумму Аль Пачино согласен совершить с вами путешествие по маршруту Глазго-Лондон на своем личном самолете. Кроме того, в стоимость входят 2 билета на концерт актера и также 3 ночи в 5-звездочном отеле. Если дорого, то есть эконом-вариант. 12 тысяч долларов, и вы ужинаете в компании звезды. Правда, мы так и не выяснили, входит ли в эту стоимость, собственно, еда, либо только наличие звезды за столом. А вообще, забавная версия – это заплатить за ужин только себе, и вот сидит Аль Пачино и смотрит, как ты ешь. У вас соус на усах. Да. Спасибо. С вас еще 100 долларов за совет. И еще одно. Если вы по утрам просыпаетесь так же рано, как и мы, то вы, наверное, знаете, как сложно выбрать хороший будильник. И вот ученые предложили новинку. Этот будильник будет вас очень аккуратно и не мешает спать там вашей половинке, которая находится рядом. Он запрограммирован таким образом, чтобы будить направленным светом и звуком. Луч света и сам звук нарастают постепенно, без стресса для вас и совершенно незаметно для соседа по кровати. Кроме того, так можно еще и прикалываться, настраивать этот аппарат на соседа, знаете, или соседку. По собственному опыту пробуждений в 4:30 утра я должен сказать, что это должен быть как минимум прожектор и должен быть как минимум пожарная сирена. Вот в таком случае это сработает, только я не понимаю, каким образом это убережет домашних. Ты бы еще добавил прожектор с вышки, передернутый за... Вставать! Причем, ты посмотри, как вот девушке светит на лицо, она так сразу потягивается и встает. В раке такого не бывает. Не бывает, поверьте, да вы сами знаете. Хорошо, а что бывает? Рассказывай. Бывает, когда ты просыпаешься и валяешься в кровати, и не знаешь, что тебе сделать. Ты включаешь телеканал, включаешь телевизор, находишь ICTV, находишь «Утро в большом городе» и слушаешь, кто именно у нас будет в гостях. А будет у нас в гостях гость по изменениям в налоговом кодексе. Сколько теперь мы будем отдавать государству? Есть ли граница бюджетным аппетитам? И вот со всеми этими зрительскими вопросами мы будем атаковать ни много ни мало, а заместителя министра финансов України Єлену Макеєву. Дуже скоро, це дуже важливо, тому обов'язково дочекайтеся. Вот про важливо я хочу рассказать, продолжая тему Одессы. Я сегодня так, вестник Одессы, вестник регионов. Прошлой ночью в Одессе в клинической больнице №1 была перестрелка. Там погиб человек. Там двое раненых, стрелявшие скрылись. Как сейчас уже сообщают, жертвой бандитов стал известный украинский спортсмен, мастер спорта по тайскому боксу Сергей Лащенко. После уже этой ночи не могут пока назвать причины нападения, к сожалению, уже известно, что буквально несколько минут назад появилась информация, что это как раз-таки бытовые разборки, что его застрелили из травматического пистолета. То есть была какая-то разборка, он был ранен и от выстрела травматического пистолета. Его положили в больницу, но, собственно, нападавшие на него, когда они посчитали, что конфликт не урегулирован, пробрались в больницу и в больнице спортсмена добили. Конечно, ужасная история. Одесса нас останнім часом дуже хвилює якимись неприємними і такими дуже сумними новинами. Будемо надіятися, розказувати хороше. У мене є ще одна така цікава новина. Американські та європейські фільми та мультфільми на секундочку в Росії хочуть заборонити. Таку пропозицію вніс депутат Анісімов від ЛДПР. Говорить він, що показ фільмів тих країн, які ввели санкції проти Росії, просто протирічить інтересам їх держави. Ну, раді Бога. Мені просто інше тоді питання виникає. А тоді дивитися, що будуть? Давай. Ладно, Антош, дай что-нибудь. Так, от меня, по-быстренькому, чтобы вы еще раз улыбнулись. Я прошу режиссера меня подхватить. Смотрите, есть такая проблема, то что на стадионы обычно с собой ничего хорошего не пронесешь. Но если вы мужчина, который готов немного поиграть с пупсиком, то... все получится. Нехитрое изобретение Майкла Уоррена точно вы оцените. Надо выпотрошить куклу пупса, оборудовать нехитрым приспособлением, емкостью для жидкости и провести соломинку через тело куклы. Наливаете туда, допустим, воду и можете нести этого пупса куда угодно. Это вот идет такой человек с ребеночком, потом приложил, вот и мой хорошенький. Оп! И напился водички. Антош, когда в следующий раз будешь приглашать меня на стадион, я как минимум буду понимать, о чем идет речь, и не буду питать никаких иллюзий. Я бы таких людей не впускала никуда, но друзья, ты просто жах. Друзья, совсем скоро в этой студии мы будем рассуждать о том, кто сильнее, российская армия, и что может ей противопоставить украинская армия, что делать с налоговой, если ей сливают информацию о вас банки. Все это совсем скоро, прямо сейчас слово нашим коллегам из программы «Факты». Они будут вас вооружать информацией. Давай.
мы видим, что вы уже проснулись. Да-да, друзья, мы видим. И вас, Владимир Алоизович, тоже видим. Итак, это «Утро в большом городе». Мы рады, что вы с нами. Мы рассказываем вам нужную, важную информацию, без которой вообще не обойдетесь. И давайте сейчас я вам поведаю, на чем же будем останавливаться подробно. Давай. Итак, в налоговом кодексе грядут изменения. Сколько теперь мы будем отдавать государству и есть ли границы бюджетным аппетитам? На эти и другие вопросы ответит Елена Макеева, заместитель министра финансов Украины. Хто сильніший? Росія витрачає багато сил та грошей на створення для своєї армії іміджа – міцної, могутньої та непереможної. Але чи така вона страшна, якою хоче здаватися? Відповідь на це запитання нам дасть полковник запасу Іван Якубець. Вам звонит налоговая? Банк сливает информацию о вас? Что делать? Практические советы от адвоката Артема Афяна в ближайшее время в нашем эфире. Ребята, там, ну, как обычно, происходит достаточно интересный трындец, на мой взгляд, такой символичный. Но, если позволишь, я начну совместно с СБУ обыскивали офис Нафтогаза. Это вот то, что это всегда людей напрягает. Что? Это фальшстарт. Ну, вам же не интересно, что ли? Это зачекай. Слушай, дело в том, что я обещал коллегам, что этот сюжет пойдет топовым, потому что мы его вчера смотрели и действительно считаем, что это... Покажите, пожалуйста, мне. Так вот, мы с коллегами вчера смотрели один сюжет, считаем, что вам его обязательно нужно увидеть, потому что тема, которая в нем обсуждается, чрезвычайно важна. Это информация о том, что, вот помните, как российская пропагандистская машина пытается убедить весь мир о том, что техника боевиков на Донбассе только исключительно трофейная, захваченная украинской армией. Хотя на самом деле такие захваты случаются довольно-таки редко. А более того, в интернете можно найти десятки или даже сотни видеозаписей того, как колонны бронетехники движутся со стороны Ростов, области в Донецкую область. Но всякий раз Москва на все это дает один единственный ответ, что это графические подделки, слеплены вручную и вброшены в интернет с целью дискредитации Кремля. Ну так вот, аргументы все-таки сильнее оправданий посчитали наши коллеги из программы «Гражданская оборона», и прямо сейчас готовы вам это доказать. Секретный полигон под Нижним Тагилом. Военные испытывают новейший танк Т-72Б3. Это новейшая российская модификация известного советского танка Т-72. Она стала поступать на вооружение военных сил РФ только пару лет назад. И никуда не экспортировалась. Так это российский, да? Да. Чем упаковочный? Вот это упаковочный лист. А упаковочный лист, там тут печать должна быть. А это захваченный украинскими военными под Иловайском российский танк. Самое главное, что радость. В разбитом танке специалисты без трудов узнают российский Т-72Б3. Новейший российский танк Т-72Б3 от других модификаций не так уж сложно отличить. Посмотрим вместе. Первое. Вот эта антенна на башне. Штырь датчика ветра. Сама башня танка выглядит ребристой. С каждой стороны у нее расположены 5 модулей. Это блоки динамической защиты «Контакт-5». Большой короб слева от пушки. Это тепловизионный прицел «Сосна-У». Обратите внимание на гусеницы. Вот советская модель Т-72, а это Т-72Б3. У российской модификации гусеницы с параллельным шарниром. Второй российский Т-72П3 был подбит и сгорел. Он находится возле дороги вблизи села Новодворское Донецкой области. Третий российский танк Т-72Б3 уничтожен возле села Червоносельское в 10 километрах от Иловайска. Вот это я на фоне. Так что, господа россияне, если ваш президент говорит, что здесь нету никого из вас, так вот вы и есть. И пускай он вам не брешет. Новые российские танки прибыли в Украину с российскими военными. Потому что переучивать людей на технику нужно время. Эти танки появились очень быстро в Украине. То есть, скорее всего, вводились подразделения со штатной своей боевой техникой. Сразу два сгоревших российских танка Т-72БА обнаружили возле поселка Старобешево в конце сентября. Украинские военные используют в основном танк Т-64 и его модификацию Т-64 «Булат». Дело в том, что и Т-72, и Т-64 – это советские танки. Они производились в Советском Союзе. Танки Т-64 и Т-72 были наличкой в Российской Федерации, так и в Украине. А вот обнаруженные на территории Украины модификации Т-72Б3, Т-72БА и Т-72БМ.
М никогда не производились в Украине. Более того, они есть исключительно у российской армии. Присутствие этой бронетехники само по себе свидетельствует о том, что там принимают участие в боевых действиях самые непосредственные российские военнослужащие. Несколько десятков единиц именно этих Т-72, Б-3 на территории Украины должны быть. Но несколько десятков единиц танков Т-72, Б-3 – это настоящая капля в море. В море из советских танков Т-64. Их забросили в Украину несколько сотен. Краснодон. По украинской территории едет колонна БМП-97 «Выстрел». «Выстрел» — это российская бронированная пограничная машина производства российского завода «КамАЗ». Находится на вооружении российской 7-й военной базы в Гудауте, Абхазия, где используется как автомобиль разведки. Российская пропаганда исходит пеной у рта, пытаясь доказать – войск РФ в Украине нет. Но каждый из вас в открытом доступе может найти тысячи свидетельств обратного. Побитые и захваченные танки новейшей российской модификации Т-72Б3, Т-72БА и Т-72БМ. Российские КАМАЗы и БТРы, которые есть только на вооружении РФ. Что они делают в Украине? Мы знаем ответ на этот вопрос. Знаете, на самом деле, вся эта дискуссия о том, есть ли российские войска на Донбассе или их нет, мы уже говорили, это только внутрироссийская дискуссия, потому что подобный вопрос не стоит ни для Украины, ни для Соединенных Штатов, ни для Великобритании, ни для Европейского Союза. И не случайно журнал Foreign Policy, когда пишет об Иловайске, он прямо-таки упоминает словосочетание «русские танки» и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому остается только согласиться с нашими коллегами и сказать, что новые сюжеты смотрите в программе «Гражданская оборона» в 2020 на нашем канале. В Брюсселе останавливают Лаврова, говорят, извините, ваши документы, значит, полиция. Он там, ну вот мой паспорт. А какие ваши доказательства, что это вы? Говорит, ну вот же документы. Говорит, нет, это документы, а где доказательства? Ну, продолжите там, вот хорошо. Да. В общем, то, что я говорил, в интернетах активно происходит такое, кошмар, кошмар, там, что происходит, боже, боже. Все почему? Потому что Генпрокуратура и СБУ накануне обыскивали офис «Нафтогаза». Это подтвердил советник главы службы безопасности Маркиян Лубкиевский. Что искали и нашли ли силовики, это пока советник нам не сообщил. Ну, подробности, я так разумею, заявляются позднее. Вопрос почти. Только даже не в том, наверное, нашли или нет, а что именно нашли, потому что к «Нафтогазу» очень много претензий по итогу последних нескольких лет скопилось. И, конечно, было бы интересно услышать комментарии силовиков на эту тему. Будем добиваться от них какой-то реакции. Слушайте, новина, от яка мене так приємно вразила, ну просто дуже приємно вразила. Дивіться, президент Чехії Мілош Земан може поїхати в Москву на 9 травня на секундочку за свій власний рахунок. А все чому? А все тому, що в уряді Чехії вирішили, що не варто оплачувати таку поїздку з бюджету країни. Ну, молодці ж. Там взагалі, на самом деле, ціла історія з празднованием 9 мая получается в этом году, потому что приезжают главы КНДР, КНР, руководители Вьетнама, нет, Индии. А из Европы, если я не ошибаюсь, собирается приехать президент Греции и, собственно, Земан. Ну, надо понимать, что президент Чехии – это такая британская себе королева. Все основные вещи и все основные решения в Чехии принимает никто иной, как премьер-министр. Мне вообще список гостей понравился. КНДР, КНР, вот именно страны-победительницы собрались отпраздновать. Ты знаешь, как Вьетнам фашистов? О, Корея-то, ох, как не, собак. Ну, в Корее шла часть войны, но та часть войны, которая шла на Тихом океане. Друзья, еще одна новость, на этот раз из Киева. Новость о том, что арку дружбы народов могут демонтировать. Судя по реакции киевских властей, некоторых чиновников она таки просто раздражает. Владимир Бондаренко, например, руководитель комиссии по вопросам культуры и туризма Киевского городского совета, вообще предложил символ воссоединения Украины и России пустить на шампуры для жарки шашлыков. Так вот, собираются ли киевские власти что-то делать с монументом? Этот вопрос мы задали представителю Министерства культуры Якову Дегтярю. Прошу прощения. Якову Дегтярю. Внимание, его комментарий. Информация о том, что кто-то намеревается сносить эту арку, у министерства отсутствует такая информация. Этот объект охраняется государством. Для того, чтобы демонтировать, нужно пройти достаточно сложную процедуру, чтобы определить, что да, он там не представляет никакого ни исторического, ни архитектурного интереса. И после этого его признать таким, который не подлежит занесению в реестр. И только после этого можно говорить о снятии.
В общем, перестаньте спекулировать, никто не собирается сносить... А ты сам был бы за чи против? Слушай, я вообще считаю, что воевать шампуры с памятниками это такая... Вот мне больше, знаешь, нравится симоновская формула, мы никогда не мстили мертвецам. Собственно, воевать с памятниками я тоже считаю делом проигрышным. У Украины есть значительно больше важных и актуальных дел, которыми стоило бы заняться. Все, да. Антон, вот, например, новости от Антона, да? Да, и они действительно актуальны, друзья. Начну опять с полезного совета намека на Кафе Классик бодрит с утра. Все меня поняли и поехали. Самое лучшее настроение с утра получается, если вам поднимает это настроение заряд нашего видео с животными. Я не знаю, как описать то, что с ними происходит. Они именно дарят улыбки. Вот смотрите. Пять раз. Нормально. Длинный пробежал. Это грехи мои тяжкие. Знаемая ситуация. Да, да ладно. По-моему, кто-то слишком много так ест. Вот почему у тебя детская площадь Винни-Пух, да? Да. А потом, где ты их находишь, эти видео, я понять не могу. Мне запретили рассказывать. Правильно. Это вообще прекрасно с пылесосом. Друзья, я вам рассказывал о том, что в Англии решили, что просто мадам Тюссо музей это мало, надо делать шоколадные фигуры знаменитостей. И в итоге получилась шоколадная фигура актера-исполнителя роли Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча. Как я это произнес, заметьте. И в общем, сладкая фигура, в полный рост, 1,80 м. Она была очень популярна, но целой простояла весьма недолго. Дело в том, что люди заинтересовались отдельными деталями этой скульптуры, в итоге они уже отгрызли скульптуре пальцы, несколько других элементов. Ну, как вы видите, много интереса Скажи, вызывает этот актер, популярен. Да уж, вот ну, значение фразы «сладенький мой». Не хотел это слышать в твоем исполнении. Ладно. Представь, что и продолжая про британцев. Британцы хотят запустить уникальную технологию бесконтактной системы управления. То есть вот, Бенедикта они хотят трогать, а клавиатуру нет. Теперь не нужно даже на кнопочки нажимать, чтобы зажечь плиту, включить музыку или свет. Достаточно взмахнуть рукой. Датчики все считывают и все начинает работать. Вот такая вот новость. Ну, знаєте, все, що дивовижне в світлому секторі інтернету, як каже Антон, у нього вже все, а я тоді перейду... Так, якщо ви закінчили ваше відео, так, тоді я перейду до того, що важливо знати. Вмикайте ваш телевізор набагато голосніше, тому що це насправді важливо. Відтак, чергову порцію поправок від Мінфіна внесуть в податковий кодекс. В кінці минулого року парламент з подачі Кабміну вже провів податкову реформу. Але, як бачимо, 3 місяці по тому закони переписують. В інтернеті люди активно, зрозуміло, обговорюють ці можливі зміни. І в основному ні на що хороше вони не розраховують. Так що ж насправді чекає українці після чергових поправок? Давайте запитаємо нашої гості. У нас заступник міністра фінансів України Олена Макієва. Пані Олено, доброго вам ранку. Доброго дякую, ранку. Що завітали сьогодні до нас. Доброго ранку. Дякую. Ну, бачите як, дуже багато нам глядачі з цього приводу написали. З приводу, така податкова їх тема дуже-дуже хвилює. Тому у нас запитання від глядачів. Вони емоційні, вони прості, але маємо на них дати відповідь. Отдельні деталі ми вирізали, не волнуйтесь, поэтому вони звучать вполне серйозно. Ми, будь ласка, залиште. Не експерти, ми їм повинні все пояснити. Ось дивіться. Ну, давай перше запитання Хорошо. Твоє. Не успел заработать новый налоговый кодекс, как вы готовите очередные поправки. Ваши специалисты что, некомпетентные, не могут нормально прописать законы с первого раза? Или просто цель вытрясти больше денег с людей? Гарне питання. Насправді всі закони, які були прийняті податкові в кінці минулого року, вони були, відверто кажучи, спрямовані на збалансування бюджету у складній ситуації з національною безпекою країни. Так. І на сьогоднішній день ми бачимо в соціальних мережах, в різноманітних ЗМІ люди кажуть про те, що реформи не відбулися. І це є показником того, що треба щось робити. Отже, ми вважаємо, що ті реформи, які були мали місце, вони не є... досить амбітними для того, щоб мотивувати бізнес, сплачувати податки, а інвесторів йти в країну. Тому ми зібрали потужну команду на платформі Нацради реформ для того, щоб вразити і бізнес, і
і потенційних інвесторів в Україну і врешті-решт показати зростання економічне в нашій країні. Дуже хочеться вірити, що це справді у вас вийде, ну тому що щоб знову не було, щоб ми знову не переписували, щоб знову не було хвилі обурення звичайних людей. Ще одне запитання. Ось податок на багатство. Давайте подивимося, у нас є слайд, покажіть нам його, будь ласка. На екрани. Ось, ставка податку, якщо зарплата більше від 12 тисяч 180 гривень, була 17%, стало 20%. Ось запитання. Зрозуміло, обурюються глядачі. Тобто ви вважаєте, що люди, які заробляють $500, це багаті люди? Чому збільшили цю ставку? Звичайно, ні, але ми мусимо залишатися в тренді світової економіки. І прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб – це є практикою світової європейських країн. Ми повинні визнавати, що багаті люди і статки багатих людей – це є дуже гарним індикатором того, що в країні є платоспроможні громадяни. І тому ми повинні надавати певні преференції для тих громадян, які мають низькі статки, на сьогоднішній день дійсно потребують державної допомоги, та оподатковувати доходи багатих людей, так, принаймні для того, щоб зменшити або нівелювати концентрацію багатства в руках однієї людини або сім'ї. Так, це зрозуміло, але може трохи зсунути цей маркер, з якого починаються заможні люди, тому що 12 тисяч зараз – це не дуже багато. Я погоджуюся з вами, є багато дискусій. На сьогоднішній день вчора ми розглядали в Верховній Раді цікавий дуже законопроект пана Журжія, який запропонував дещо і по-іншому рахувати об'єкт оподаткування. Да? І тому постійно йдуть дискусії і в Міністерстві фінансів, і на платформі профільного комітету Верховної Ради. Ми думаємо, яким чином треба встановити справедливу систему оподаткування доходів фізичних осіб. Нам глядачі, до речі, теж дали свої ось варіанти, як це можна, але от перед тим ще одне запитання. Ось Наталія Ярейська, міністр фінансів, заявила, що комунальні тарифи повинні і надалі підвищуватися. Ну, тема тарифів взагалі там вона не обговорюється. Тут люди страшно з цього приводу обурюються. Тобто, і от люди пишуть: тобто бездонну дру Нафтогазу повинні опять заповнять саме бідні. Ну, тому що дивіться, виходить так, що реальна ціна, от за от суспільним тим аудитором, вони кажуть, що реальна ціна на газ і населення не повинна бути вища, ніж 3-3,5 тисячі гривень, оскільки собівартість 1000 кубометрів українського газу біля 1000 гривень. Ви знаєте, в нас дещо перекос є по наданню податкових пільг та субсидій, да, будь-яких для громадян. Так. Ну, і тому це також це питання слід вивчати, досліджувати, думати, яка система буде правильною. Я маю на увазі програму підтримки громадян, які потребують цього, особливо там пенсіонерів або безробітних. І візьмемо такий простий приклад, як податок на нерухомість, да, наприклад. Отже, ми повинні розуміти, що цей податок, який залежить від площі, не має нічого спільного від ринкової з ринковою вартістю нерухомості, тому він не працює. І пільги, які впроваджені по цьому податку, вони також не є справедливими до громадян. І тому ми сьогодні говоримо про те, що треба розширювати базу і прив'язувати не до площі, а до вартості цієї нерухомості, по-перше, а по-друге, переглянути ту систему преференцій, які надані для людей. Тому що саме люди, які потребують, безробітні, літні, пенсіонери, вони потребують цих преференцій по несплаті податків. Тому ми повинні переглядати ті пільги, які залишилися на сьогоднішній день в податковому кодексі, і, звичайно, фокусувати свою увагу на підтримку людей, які дійсно потребують цієї державної підтримки. Ось люди пропонують кілька варіантів, як зробити бюджет більш наповненим, не за їх рахунок. Давайте подивимося, що підготували наші редактори з тих матеріалів, що нам надсилали глядачі. Грузинський варіант, або індульгенція. Визивають чиновника, ви говорять: смотри, чувак, ти от воровал, делись. Либо ты садишься в тюрьму, либо деньги, которые были вот натасканы за это время, вот документы, доказательства, вот положи на стол и можешь выходить отсюда свободным. Это я один вариант. Вариант. Есть вариант налог по шкале. Чем больше площадь земли или дома, тем больше налог. То есть вот, когда у человека загородный дом там, на площади в несколько гектаров, то, давайте, наверное, стоит обратить на него внимание. Варіант в Україні 680... Ти хочеш всі варіанти зараз? Я вам хочу озвучити, щоб потім чоловік мог для себе оперувати. В Україні 683 мільйонери, не тільки офіційних. Може, треба увеличити налоги іменно для них, а не рішати, от чоловік з якого моменту може переставати вважатися нищим і може починати вважатися тим, хто має платити налоги. Ну і останній варіант – це обложити налогом тих, у кого більше двох машин.
Смотрите, вот такие вот варианты от народу, быть может, стоит на них обратить внимание. Повністю абсолютно підтримую, тому що я ще раз хочу підкреслити, що податок, що статки багатих людей – це є гарним індикатором того, що вони платоспроможні, і саме запроваджуємо різних податків на багатство, ми можемо і наповнювати бюджет, і нівелювати питання щодо концентрації багатства в одній людині або в одній сім'ї. Так що ж робиться для того, щоб сказати, це произошло? Да, насправді ми повинні переглянути ці системи. Ну, ви от сказали щодо оподаткування рухомого майна. Да? В нас дещо неправильно визначена залежність від потужності автомобілю до ставки податків. В країні різні індикатори впливають на те, які повинні бути ставки податків. Тому ми бачимо, що треба впроваджувати податок на рухоме майно не з придбання, а за використання цього майна. І треба вводити диференційовані ставки по цьому податку. Тобто є дуже різних багато класів машин, але концентруватися треба на оподаткуванні податків. Оподаткування автомобілів класу люкс. Просто традиционно, чем сложнее система, тем хуже она работает. Зачем? В стране появляются люди, которым бабушка подарила Бентли. В стране появляются люди, у которых как бы страшная вот талантливая жена, как только они стали занимать высокий пост, вдруг не открылся такой талант, вот деньги так и поперли. И ничего с этим сделать нельзя, непонятно что, как, куда. И все это вот на глазах у людей, которые отчетливо понимают, что они-то налоги платят, а вот смотрю на него и кажется нет. Що робиться конкретно для того, щоб ці люди видихнули? Ну, насправді, на сьогоднішній день ми створили робочу групу, яка буде займатися наробкою дійсно амбітних податкових реформ. І ми говоримо про те, що в цьому році податкових реформ не буде, і наша увага сконцентрована на те, щоб завершити всі реформи ще до кінця літа або на початку серпня, з тим, щоб люди могли не прокинутися з наступного дня з новими податковими правилами. Все ж таки мали час для того, щоб ознайомитися з ними. І, звичайно, ми будемо шукати баланс інтересів між державою і платниками податків, в першу чергу, а також встановимо справедливість щодо податкових пільг, будь-яких преференцій, які на сьогоднішній день ще залишилися в нашому податковому законодавстві. Смотрите, такой вопрос. Обычно вот в государствах, которые мы называем успешными, расход налогов, собранных с населения, он достаточно прозрачен. Люди понимают, куда деваются эти деньги, на что они идут. Вот это ушло на дороги, это на здравоохранение. Мы в Украине можем как-то это понять? Вы мне можете рассказать, куда уходят деньги от налоговых сборов? Может, мы их проедаем просто, не? Ну, насправді, в нас есть бюджет, и он опубликованный, вы можете ознайомитесь с тем, какие у нас есть доходы, есть выдатки. Очень плохой экономист. Мне тяжело разобраться в этом многостраничном инструменте. Ну, насправді, все воно, інформація відкрита, але не вистачає прозорості. Мабуть, за рахунок того, що воно дуже складно подано. Тому я обов'язково врахую, і ми з Міністерством фінансів подумаємо, яким чином подати спрощену інформацію, щоб люди розуміли. Але, врешті-решт, я розумію, що люди повинні побачити конкретні якісь дії, наприклад, дороги, нові дороги. Да? І я тут дуже радію, тому що дуже багато класних людей прийшли сьогоднішній день в уряд. І, до речі, от пан Роман Хміль, який мій гарним товаришем, моїм, він сьогоднішній день займається саме дорогами. Я точно знаю, що людина, яка любить це заняття, яка покинула свій власний бізнес, буде дуже скоро дороги. Да. Тому ми говоримо про те, що треба міняти людей і треба бути прозорими і показувати конкретний результат для кожної людини. Тому що, якщо навіть людина, громадян нашої країни, побачить красивий слайд, він не повірить. Да? А якщо ми говоримо про те, що буде конкретний факт, от нова дорога і вона класна, або от нова медицина, або пенсійна реформа, тоді люди відчують це. До цього ми повинні прагнути. От мене дуже цікавить ось те, що люди пропонували стосовно мільйонерів. Чи не варто їм збільшити податки? Ми також думаємо про те, що повинна бути справедливість, не може бути застосовано дві ставки, тому що в країнах чим більше доходів, тим більше ставка оподаткування доходів фізичних осіб. Але це питання дискутується, тому що є як прихильники, симпатики, так і є опозиція, яка не підтримує цю ідею. Хто в цій опозиції? Добре, ну насправді ми повинні знайти інтереси, тому що податкова реформа повинна влаштовувати всіх, ви погодитесь з тим, правда? Тому ми повинні шукати цей інтерес, і успіх насправді залежить від того, наскільки якісно підібрана робоча група. Ми намагалися збалансувати інтереси абсолютно всіх. Спасибо. Дякую большое вам, Олена Макеєва, заступник міністра фінансів України, була сьогодні з нами в студії. Дякуємо вам. Дякую. Планів багато. Ну, сподіваємося, що от вам вдасться все це зробити і більш доступніше. З кожним разом ми будемо пояснювати все нашим глядачам. Кстати, про плани. Далі в програмі ми будемо останавливатися на таких темах. Росія тратит
много сил и денег на создание для своей армии имиджа мощной, могучей и непобедимой. Но так ли она страшна, как хочет казаться? Это ответ на этот вопрос даст полковник запаса Иван Якубец. Ждите. А сейчас вас ждут факты. Дякуємо Катерині та усій команді фактів. Ну а ранок у великому місті продовжується. Далі ми поговоримо про те важливе, на чому ми зупинимося у цій студії більш докладно. І так. Кто сильнее? Россия тратит много сил и денег на создание для своей армии имиджа мощной, могучей, непобедимой. Но так ли она страшна, как хочет казаться? Ответ на этот вопрос даст полковник запаса Иван Якубец. Вам дзвонить податкова? Банк зливає інформацію про вас. Що робити? Практичні поради від адвоката Артема Афяна. Найближчим часом у нашому ефірі. Она пробралась в Верховную Раду и заставила краснеть депутатов. Она, Даша Селфи, откровение народных избранников, не устоявших под натиском ее очарования. Совсем скоро смотрите в нашем эфире. И мне вот не нравится тенденция, но третья новость из Одессы за утро. СБУ задержала 10 диверсантов. Это хорошая часть, потому что, возможно, это прекратит вот все эти террористические акты в Одессе. Все, утверждается, граждане России. На 10 апреля, день освобождения города от немецких оккупантов, они планировали совершить теракты. Если это действительно правда, то закрыть на пожизненное. Одесса и Харьков – это два таких города на самой, что ни есть, реальной передовой. Еще одна новость. Российские боевики хвастаются в социальных сетях фотографиями роскошных домов, которые они отобрали у местных жителей на Донбассе. Наемники с гордостью размещают их на своих страницах в социальных сетях, собирают лайки, не скрывают свое, собственно, присутствие на востоке Украины. Да. Не подарили, фотографии, стреляла. Да, фотографии, собственно, говорят сами за себя. Вот. Но это, как знаешь, недавно не история, как этот, помнишь, боевик по прозвищу Моторола подарил своей супруге на день рождения автомобиль, джип, который там стоит, там, я уж не помню, там несколько десятков тысяч долларов. Вопрос, слухайте, откуда? Хлопці, от те, що я вам зараз розкажу, мене, ну, просто відверто кажучи, шокувало. Дивіться, російський програміст Валерій Спірідонов погодився на пересадку його голови на інше тіло. Це не фейк, це правда. І насправді таку операцію збирається провести італійський нейрохірург Серджіо Канаверо. В 70-х він уже намагався пересадити голову мавпі, але через декілька днів та померла. Росіянин добровільно погодився так ризикнути. Він страждає дуже рідкісною хворобою м'язів хребта, і по великому рахунку він каже, що втрачати йому нічого, і от він йде на такий ризикований крок. Дуже хочеться вірити, сподіватися, що медицина вже сягнула того рівня, щоб робити ось такі складні операції. Да, голова професора Довеля. Будущее наступає швидше, ніж ми того ожидали. Друзі, якщо б російські воєнні були на Донбасі, вони б уже дійшли до Києва. Такі самоуверені репліки неоднократно бросали як кремлівські журналісти, так і політики. Но могут ли действительно российские военные, я попрошу студию гостя наших коллег проводить, которые... Так вот, такие самоуверенные реплики неоднократно бросали как кремлевские журналисты, так и политики. Но могут ли действительно российские военные вместе с террористами справиться с украинской армией? Ответить на этот вопрос нам поможет наш гость, полковник запаса, начальник аэромобильных войск Украины Иван Якубец. Иван Николаевич, доброе утро. Спасибо, доброе что нашли время прийти к нам в гости. Скажите, вот, ну, если с места в карьер, численность вооруженных сил России больше 1 миллиона человек. А сколько, условно говоря, Кремль мог бы бросить на Донбасс без такой фундаментального ослабления безопасности Российской Федерации? Ну, без фундаментального ослабления этого сделать нельзя, поэтому бросают только то, что могут, и прежде всего бросают наемные части, то есть сформированные за счет резервистов и добровольцев, которые желают, так сказать, принять участие в войне в Украине. Поэтому, безусловно, сейчас вот сведения, которые имеются в прессе, и другие должностные лица, как НАТО, так и Украины, и других стран, говорят, что порядка 10 тысяч военных наемников и военнослужащих из Российской Федерации находятся на территории Украины. Это по всей видимости, правда.
Вот. Поэтому, если взять 10 тысяч и миллион, то это соотношение можно посчитать. Да. Да, вот да. Если это первое, второе. Цифры, но то, надо отдать должность, что они закорнили на границе, сосредоточили порядка 50 тысяч, 60 тысяч войск. Это Ростовская область, значит, и Курская и так далее, напротив нашей границы. Это уже регулярные войска чисто Российской Федерации. И 50 тысяч тоже можно посчитать в отношении миллиона этих численностей. Да, если я хочу вам сказать, что нельзя считать миллион человек, миллионную армию и сказать, что эта миллионная армия может вести наступление на Украину. Это невозможно, потому что армия, она очень много ступенчатая, много, значит, разнонаправленная. Поэтому вести войну могут только сухопутные войска в граничном контингенте. Почему в граничном? Надо прикрывать другие территории государства, быть готовности к защите их. И военно-воздушные силы. Морской флот у нас тоже можно, конечно, применять. С Российской Федерации, но мы знаем его состав в Крыму. Надо добавить еще цифру, что говорят еще в Крыму около 50 тысяч группировка есть. В целом, что противопоставляет украинская армия? Какая численность украинских войск в том регионе? Ну, на данный вопрос надо задавать прежде всего начальнику генерального штаба, главнокомандующему вооруженных сил Украины, либо президенту нашему верховному главнокомандующему. Это первое. Второе, я думаю, что они тоже на этот вопрос точно не ответят, или, по крайней мере, от него уклонятся, потому что данный вопрос уже есть вопросом, будем говорить так, тактической тайны. Ну, то есть той тайны, которую необходимо сохранять, потому что тайна тактическая – это самая опасная, которая, если ее разглашать, то можно привести к нехорошим последствиям. Но оперативного уровня тайна, стратегической тайны в этом вопросе нет. Поэтому примерно из тех их высказаний, которые они провели, можно сделать следующие выводы, что если мобилизация касается порядка 104 тысяч человек, вот мобилизуется в три этапа в этом году, то мы, значит, обновим вооруженные силы на 100 тысяч. Учитывая, что наша численность вооруженных сил была на момент 1 января 2014 года порядка 140 тысяч, можно сказать, что мы получим еще порядка дополнительно где-то прибавок, где-то 1050 людей. И то около 200 тысяч мы выйдем в этом году на численность только армии. Хотя законом Украины принято в этом году 140 тысяч вооруженных сил Украины. Из этих 140 тысяч мы можем тоже посчитать примитивно в этом плане, что основной ударный компонент – сухопутные войска. Значит, самый слабый компонент – военно-морские силы. Их практически у нас нет. Там несколько тысяч человек и десяток кораблей. Вот. А что касается военно-воздушных сил, значит, они у нас, к сожалению, активную часть не принимают в военных действиях. Вот, то там тоже небольшая численность, порядка 20 тысяч, 20, 25, может 30. То есть основная сила, я прошу прощения, это будут сухопутные войска и подразделения части всестороннего обеспечения, так называемого. Ну вот, я хотел бы еще раз для себя прояснить. Вот вы начали отвечать, мы просто немножко ушли в сторону. Вот, когда мы говорим, что российская армия 1 миллион человек, из них реально способных вести боевые действия, то есть не военкоматы, не тыловые части, не те люди, которые, я не знаю, занимаются логистикой и так далее. Вот если брать армию как сложносоставной компонент, из этого миллиона боеспособной части это, можно говорить, там 30%, 50%, те, которые непосредственно способны сидеть в окопах и держать... Ну, учитывая, что армия России тоже проводит сейчас мобилизационные вопросы, она призывает контрактников, призывает дополнительно резервистов, вот, то я думаю, что она будет из этой численности готова порядка до 40% применить именно сухопутного компонента на территории, то есть в случае военного столкновения с Украиной. То есть 400, условно говоря, там тысяч человек, 300, да? 300, да, 300-400 тысяч они могут это себе это позволить. На оборону всей России, да? То есть это не то, что можно всю эту группировку снять и перебросить в Украину, например, да, это на оборону всей России, я так думаю. Панова, а можна ось у мене є запитання? От російські журналісти і політики, вони постійно кажуть про те, що та якби ми хотіли, давно б уже до Києва дійшли і таке інше. Це взагалі можливо, чи це просто така пропаганда явно? Ну, хочу вам сказать, что пропаганды очень много, и самое главное, что эта пропаганда ведется очень тонко и искусственно, причем она ведется не только против населения страны, но и против средств массовой информации. Средства массовой информации наши тоже очень хорошо используют наши проблемы в средствах массовой информации, и их запутают, втягивают вот в эту информационную войну, и наши средства информации начинают работать на российскую антиинформационную войну против Украины. Такое тоже бывает у нас. Поэтому эти фейки все и не фейки, это есть и правда, и неправда. Значит, в данном случае можно сказать следующее, что
Если бы они хотели, они бы дошли. То есть это если бы государство поставило цель и объявило войну России, то есть Украине или полномасштабными вооруженными силами перешло наступление, могли бы они захватить Киев? Я думаю, что могли бы. Вот, но теперь вопрос, а могут ли они себе это позволить? Это вопрос серьезный. Вот, и все его уже обсуждали не раз в течение этого года войны, которая у нас идет. То все приходят к выводу, что они себе позволить это не могут. В противном случае это было бы легко сделать и по большому счету нести потери от Крыма и Донецка. Это такие же потери, как от захвата Украины, по большому счету. Почему? Потому что наши союзники, если их можно так называть, или люди, или страны, которые нас поддерживают в войне против Российской Федерации, они ведут достаточно такую сдержанную и толерантную позицию в отношении Российской Федерации и ее агрессии против Украины. Поэтому говорить о том, что они это могут сделать, по всей видимости, нельзя. Не могут вооруженные силы и военно-политические круги России сделать то, что вы сказали, дойти до Киева. Значит, хотя провоцировать этот вопрос они могут. И группировка войск, которая создана сегодня у нас в Донецке и в Крыму, она, в общем-то, впечатляет по своим масштабам. И нужно ей отдать должное. Я хочу вам сказать ряд нескольких таких принципиальных положений, которые в ходе для воюющей страны и военно-политического руководства, они обязательны. Первое – это никогда не говорить неправду. Это очень страшно во время войны говорить неправду. То есть или преувеличивать силы и средства противника, либо их преуменьшать. Это первое. Второе. На войне, мы должны напомнить, побеждает лучшая организация. И тот, кто этого не понимает, управляя войной, тот обречен на поражение. Что значит лучшая организация? Это лучшая организация и организация государства, ведения войны, и политическая организация военно-политических вопросов вокруг государства, и организация армии, и организация ведения военных действий в зоне военных действий, в зоне АТО, так называемой. Поэтому лучшей организацией победит тот, у кого будет лучшая организация. На сегодняшний день можно говорить, что, перемирие, которое мы имеем, используется активно боевика. Мы ведем там довольно активную разведку, там много наших людей, которые нам помогают, и имеем достаточно неплохую информацию о том, что там собирается. По последним сообщениям, буквально вчерашним, из зоны АТО, в зоне АТО сосредоточено порядка 700 танков для стороны противника, значит, более 1000 бронемашин БТР, БМП. Значит, более 600 орудий наземной артиллерии, ствольные орудия, 380 реактивных установок, и нам порядка, есть, 110, порядка 110 зенитно-ракетных комплексов. Значит, чтобы вы понимали, что это такое, что это за цифры, это вроде голые цифры, да? Ну, например, 700 тысяч танков. Это 700 больше, танков. 700, извините, да, 700 танков. 700 тысяч, это больше, чем в армии маршала Рыбалка во время Второй мировой войны. У него самые большие и лучшие времена, это было 600 танков в армии Рыбалка. То есть, что такое 600 танков? Это три полнокровных танковых дивизии практически. А Украина, что может такое тысяча... Украина может защититься вот от того воинского контингента, который накоплен в России на Донбассе? Если по тем данным, которые мы имеем возможность получить из наших средств массовой информации и так далее, другим источникам, то у нас в вооруженных силах имеется две танковых бригады. Что такое две танковых бригады? Это, товарищи, в лучшем случае полнокровных бригады 200 танков всего лишь. Вот. Но у нас имеется танки в механизированных бригадах, там по два батальона, где по два, это где значит, по одному. Нет. Это значит о том, что наши силы в лучшем случае сегодня выровнялись с силами террористов в зоне Донбасса. Это случилось то, о чем мы, военные эксперты, предупреждали в конце лета, когда пересекали танковые колонны Российской Федерации в Украину. И осенью, всю осень предупреждали, товарищи, идет наращивание боевой группировки на Донбассе. Это целью, которая ставится выровнять потенциал нашей армии с армией, сформированной Российской Федерацией на Донбассе. И этот потенциал примерно достигает одинаковых в сухопутном компоненте. Доступая сегодняшним нашим подсчетам, уже вышел на уровень, а по некоторым вопросам и преобладает. Почему? Потому что Россия имеет большой запас этой техники. Если я вам скажу, что мы закончили холодную войну и начали отводить танки из всех стран Варшавского договора, то на территории Советского Союза собралось около 70 тысяч танков. Где эти танки? Они все в основном в России. Последний вопрос. Буквально, Иван Николаевич, к сожалению, подсказывает, что время истекло. Иван Николаевич, Якубец, экс-начальник аэромобильных войск Украины, рассказывал нам о реальном соотношении сил и средств в зоне АТО. И я вот не могу не согласиться с гостем, когда он говорит, что современную войну выигрывают
и оружием, но в первую очередь организацией. Поэтому возможно, что тягаться напрямую украинскому Давиду с российским Голиафом было бы сложно, но вопрос именно в том, как она, Украина, будет организовать свои собственные ресурсы. Я хотел бы добавить два слова. Организация... К сожалению, нам нужно немедленно перейти к дивизиям, дивизионной основе. На организацию... Я прошу прощения, у нас прямо сейчас должна быть реклама. Потім факти, ми повернемося, да. Продолжая тему сельского часа. Друзья, это «Утро в большом городе» на телеканале ICTV. Мы рады, что вы с нами. Мы рассказываем вам нужное, важное, то без чего вообще не сможете обойтись. Если мы играем в игру «Кто первый скажет, тот и победил». Это программа «Утро в большом городе», программа, которая не все равно. Вам звонит налоговая, банк сливает информацию о вас. Что с этим делать? Практические советы от адвоката Артема Афянова. Буквально через несколько минут в нашем эфире. Она пробралась в Верховную Раду и заставила краснеть депутатов. Она – Даша Селфи. Откровение народных избранников, не устоявших под натиском ее очарования. Совсем скоро смотрите в нашем эфире. Кроме того, наша программа... это дорога с двусторонним движением. Те темы, которые интересуют вас, вы можете присылать к нам на наши почтовые ящики на сайте Укрнет. Мой, например, адрес моего почтового ящика прямо сейчас вы видите на своих экранах. Поэтому, если вас что-то интересует, если у вас есть какие-то вопросы, милости просим. Мы постараемся найти самые точные, самые правильные слова для того, чтобы расставить точки над «ё». Все, начинаем, поехали. Самое главное из социальных сетей. Юля, что там у тебя? Что там у тебя? Насправді ми навіть на наш погляд вибираємо соцмереж те, що найважливіше, тому що, як ви розумієте, інформації там дуже багато. Ось що зацікавило мене, Павло, напевно, зацікавить і тебе. Немає туристів, немає роботи. В Криму будуть звільняти керівників державних туристичних об'єктів за відсутність туристів. Плани заповнення санаторію перевірять уже 1 травня. Ну, ти знаєш, кстати, от цифри 2014 року, вони в цьому смислі були більш ніж показательні, тому що в прошлые годы в Крим приїжджали за весь год порядка 5,5 миллионов туристов. В прошлом году приехало 2,5, и в этом году непонятно, какая динамика будет из-за падения курса рубля. Будет ли больше россиян, будет ли меньше россиян, но так или иначе, то, что крымский туристический рынок, он сегодня стагнирует, ну, это действительно такая вот реальность, данная в ощущениях. Я думаю, что звільнять багатьох, потому что мне что-то подсказывает интуиция, что відпочиваючих будет небагато, потому что причины ты уже сказал сам. Хватит про Крым. У меня новость про Луганскую область. На территории Луганской области теперь нельзя охотиться и рыбачить, а военным теперь не будут продавать алкоголь. Такие нововведения от главы областной военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля. Какие еще ввели ограничения и для чего, нам рассказал директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Ярослав Галас. Це тимчасові режимні обмеження, які запроваджені керівником області в зв'язку зі своїми діями. І там цілий перелік пунктів обмежень, такі як заборона польотів з пілотних легкомоторних літальних апаратів, заборона проїзду автомобільними дорогами, які не є в реєстрі автомобільних доріг. Тобто це польові дороги, якими багато спроб було перетнути лінію розмежування. Були випадки, коли автомобілі підривалися на фугасах, протипіхотних чи протитанкових мінах. Заборона полювання і рибальства – це теж зв'язано із безпекою громадян, оскільки чимало було випадків, коли на берегах водойм або лісосмугах люди гинули внаслідок нещасних випадків, тому що зачіпали розтяжки. Ну, бачите, да, тимчасові заборони, але я вважаю, що це абсолютно правильно, це абсолютно логічно. І... Ну, прифронтова зона накладає свої ограничення. Друзі, от ще одна новость, яка, на наш взгляд, чрезвичайно важна. Нам написала зрительниця, сообщила о том, що несколько днів назад їй позвонили на личний телефон работники налоговой, сказали, назвали банк, в якому у неї счет, назвали номер счета і попросили об'яснити происхождение средств, тому що, по мнению сотрудников налоговой, вона не могла заработать їх, соответственно, офіційно. Подобные сообщения появлялись как в социальных сетях, так и в сообщениях информационных агентств. И мы вот решили выяснить, насколько подобные проверки вообще имеют право на существование, насколько они законны. У нас прямо сейчас на прямой связи с нашей студией адвокат Артем Афян. Артем, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Скажите, а вот имеет ли право налоговая проверять личные счета граждан и интересоваться происхождением их средств в той форме, в которой описано? Абсолютно не имеет. В принципе, после того, что позвонила налоговая, можно не смело подписываться. У нас не предусмотрен такой порядок общения с налоговой по телефону. Понятно. А в какой порядок? То есть, если налоговая решила заинтересоваться происхождением средств на ваших счетах, то как она должна себя вести? Что является нормативным? На что имеет смысл реагировать? Ну, во-первых, налоговая не может просто заинтересоваться происхождением средств на ваших счетах. Если налоговая входит в проверку, то вас должны с нее вызвать специальное приглашение. Угу. То есть они, если вам звонят, то можете вешать трубку. Если налоговая действительно по закону хочет проверить ваши средства, то должно вам прийти специальное приглашение. А вот банки вообще им могут открывать конфиденциальную информацию о счетах по запросу налоговой? Банки могут, но только по решению суда. Налоговая таких полномочий не имеет. Вот еще появлялась информация, что, например, люди, которые подают на визу, например, кладут в банк. Ну, для того, чтобы подать на визу, нужно доказать, что у вас на счету там есть, например, там 10-20 тысяч гривен для того, чтобы получить шенген. Люди кладут эти деньги, им потом звонят из налоговой и говорят, объясните происхождение одномоментное в 10-20 тысяч долларов, 10-20 тысяч гривен на вашей сумме. То есть это как раз-таки тоже пример вот такого вот превышения полномочий сотрудниками налоговой. Во-первых, мы еще не знаем, что это сотрудники налоговой. Может быть, на том конце сидит телефонный хулиган. А в этом случае, если вам позвонили, представились сотрудникам официального органа, предложите пригласить вас официально, в установленном законе порядке, выразите готовность. Понятно. То есть, условно говоря, если подытожить, если вам звонят, представляют сотрудниками налоговой, просят объяснить происхождение средств на вашем счете, вы можете смело вешать трубку, потому что никаких таких прав у сотрудников налоговой нет. Только если есть решение суда, тогда банк может открыть информацию о движении наличных средств на вашем счете. И, в принципе, если, условно говоря, у налоговой есть к вам вопросы, они обязаны вас вызвать, ну, при помощи там повестки или официального приглашения для беседы, присланному по почте. Все правильно? Абсолютно верно. Спасибо, Артем. Спасибо, что нашли возможность сегодня расставить все эти точки над ее в нашем эфире. Артем Афьян, адвокат, объяснял нам, как вести себя в том случае, если вам звонят и представляются сотрудниками налоговой. Антон, тебе слово. Давай разбавь. Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, но героя нашего следующего видео заряжать не надо. Он явно достаточно энергичен. Давайте так. Мужчины вообще не любят скучать. Ты же знаешь, Юлечка. Но иногда они придумывают совсем необычные развлечения. Например, аттракцион «Бензопила». Вот как бы вы еще покатались на коньках? А берешь бензопилу и поехали по озеру. Главное, кругами не ездить, туда в полынью можно провалиться. А для чего это взагалі? Ну, она вот как моторчик работает, и ты едешь весело. Провалиться. Ну, это ж потом, а сначала весело. Ладно, поехали дальше. Ці чоловіки, а вони кажуть, що жіночої логіки немає. У вас логіки взагалі ніякої. Бензопила, лід. Логічно. Спонсор женской логики – пеликан, застрявший в ухе. Пеликан, застрявший в ухе – ты меня не любишь. Поехали. Папа, накорми ребенка. Без проблем, скажете вы? Конечно, без проблем. Папы могут все. Потому что вот у нас есть такие вот хитрые способы. Вот видите, ребенок видит мандаринку, а ему вместо этой мандаринки творожочек. Слушай, оригинально. Да. Знаете, ребенок сидит и думает, что у него с мандариной такой кошмар какой-то невкусный. Слушай, ну папа на самом деле вообще совершенно бессовестный. Ну как так можно ребенка обманывать? Да папа гений. Ладно, и напоследок, друзья, давайте посмотрим. Иногда новое – это хорошо забытое старое. Вот, например, мы нашли видео, очень популярное в интернете, где показано, как в 47-м году девушки учились самообороне. Так. Вот смотрите. И раз! Слухай, так это индитно. Да. И это, такие вырабляют. В тот момент это было как раз на пике популярности. Уроки дзюдо. Удар дзюдо, как в фильмах. Смотри. Эх! Но Павел, как бы, чтобы не допустить подобного, бреется на лысо, я пока рискую. Ты всю ночь. И надо, Юля, ты опасный человек, ты понимаешь? Я так понимаю, что в твоем ассортименте очень много разных уловок. Раз. Ух! Ой-ой-ой-ой-ой.
Это за лики, заборонный прием. Это суровый 47-й. Мы развлекались, как могли, называется. Так. Это были суровые 10-40-е. А сейчас есть такие какие-то подобные курсы? Нет, Юлечка, сейчас таких курсов только нет. Только кройка и шитье. Поэтому да. Это максимум, это чтобы все, что тебе готовы разрешить, понимаешь? Друзья, послушайте, как звучит. Она пробралась в Верховную Раду и заставила краснеть депутатов. Она – это Даша Селфи. Откровение народных избранников, не устоявших перед натиском ее очарования, совсем скоро в нашем эфире. Ну а прямо сейчас реклама, потом факты, потом мы возвращаемся сюда. У нас еще есть те новости, которые вам стоит знать, прежде чем выйти из дома. Мы ждали именно вас. Вот именно вас. Для того, чтобы 8.23 на телеканале ICTV в программе «Утро в большом городе» рассказать, что хорошего и что плохого произошло, пока вы спали. Давайте, все накоплено. Итак, поехали. Блицы. В ближайшие дни на пасхальные праздники в Украине возможны провокации. Так утверждает Служба безопасности Украины. В принципе, ну понятно, что тут плохо, а что тут может быть хорошего. Антон. Прошлой ночью в Одессе прямо в больнице застрелили человека. Погиб украинский спортсмен, мастер спорта Сергей Лащенко. Что плохо, Одессу продолжают качать. Каждая такая новость расшатывает обстановку. Ще одна погана новина. Американські та європейські фільми та мультфільми в Росії можуть заборонити. Кажуть, що показ фільмів тих країн, які ввели санкції проти Росії, це дуже протирічно. Плохо, потому что Россия продолжает сползать в изоляционизм. Любой изоляционизм, любая авторкия пахнет войной. Переходим к хорошему. В Одессе задержали 10 диверсантов. Все граждане России планировали теракты на 10 апреля. Хорошо, что этого не случится. Будем надеяться. Да, еще то, что хорошо, это то, что бизнесменам государство сэкономит время. Министр юстиции Павел Петренко презентовал электронный сервис, который будет предоставлять электронные справки и выписки бизнесменам за небольшие деньги. Процедура займет всего 5 минут. Это хорошо, потому что главный ресурс бизнеса – это даже не деньги, это время. Если его экономят, то у бізнесу з'являються додаткові ресурси. Що ще добре, на мою думку, так це те, що президент Чехії Мілош Земан поїде в Москву на 9 травня за свій особистий рахунок. Ось все ж таки в уряді вирішили не спонсорувати цю поїздку. Це хорошо, тому що на 9 мая в Росію приїжджає значительно менше офіційних ліс, ніж в прошлом году. 20 президентів вместо 50. І хорошо, що в очередной раз ми можемо убедитися, що президент Чехії – це, знаєте ли, британська королева, яка царствує, але не правит, все основные вопросы решает премьер-министр. Погано хороше мы розповіли. Да, но еще одна новость, которую можно отнести как плохой, так и хорошей. В любом случае, это новость, которая есть точки над ее. Это российская пропагандистская машина пытается убедить весь мир в том, что техника боевиков на Донбассе трофейная, захваченная украинской армией. Но, тем не менее, в интернете можно найти десятки, если не сотни роликов, на которых запечатлено, как военные колонны движутся с российской территории в сторону украинской границы. Но всякий раз Москва на все эти, казалось бы, неопровержимые свидетельства дает один и тот же ответ. Мол, это видео, которое смонтировано специально из старой записи, которая является фальшивкой и так далее. Так вот, попытались расставить точки над ее наши коллеги из программы «Гражданская оборона», которые уверены, что аргументы сильнее оправдания. Им слово. Секретный полигон под Нижним Тагилом. Военные испытывают новейший танк Т-72Б3. Это новейшая российская модификация известного советского танка Т-72. Она стала поступать на вооружение военных сил РФ только пару лет назад. И никуда не экспортировалась. Так это российский, да? Да. Чем упаковочный? Вот это упаковочный лист. А упаковочный лист, там печать должна быть. А это захваченный украинскими военными под Иловайском российский танк. Самое главное, что раз. В разбитом танке специалисты без труда узнают российский Т-72Б3. Новейший российский танк Т-72Б3 от других модификаций не так уж сложно отличить. Посмотрим вместе. Первое. Вот эта антенна на башне. Штырь датчика ветра. Сама башня танка выглядит ребристой. С каждой стороны у нее расположены 5 модулей. Это блоки динамической защиты «Контакт-5». Большой короб слева от пушки. Это тепловизионный прицел «Сосна-У». Обратите внимание на гусеницы. Вот советская модель Т-72, а это Т-72Б3.
У российской модификации гусеницы с параллельным шарниром. Второй российский Т-72П3 был подбит и сгорел. Он находится возле дороги вблизи села Новодворское Донецкой области. Третий российский танк Т-72Б3 уничтожен возле села Червоносельское в 10 километрах от Иловайска. Вот это я на фоне. Так что, господа россияне, если ваш президент говорит, что здесь нету никого из вас, так вот вы и есть. И пускай он вам не брешет. Новые российские танки прибыли в Украину с российскими военными. Потому что переучивать людей на технику нужно время. Эти танки появились очень быстро в Украине. То есть, скорее всего, вводились подразделения со штатной своей боевой техникой. Сразу два сгоревших российских танка Т-72БА обнаружили возле поселка Старобешево в конце сентября. Украинские военные используют в основном танк Т-64 и его модификацию Т-64 «Булат». Дело в том, что и Т-72, и Т-64 – это советские танки. Они производили в Советском Союзе. Танки Т-64 и Т-72 были в наличии как в Российской Федерации, так и в Украине. А вот обнаруженные на территории Украины модификации Т-72Б3, Т-72БА и Т-72БМ. Никогда не производились в Украине. Более того, они есть исключительно у российской армии. Присутствие этой бронетехники само по себе свидетельствует о том, что там принимают участие в боевых действиях самые непосредственные российские военнослужащие. Несколько десятков единиц именно этих Т-72Б3 на территории Украины должно быть. Но несколько десятков единиц танков Т-72Б3 – это настоящая капля в море. В море из советских танков Т-64. Их забросили в Украину несколько сотен. Краснодон. По украинской территории едет колонна БМП-97 «Выстрел». «Выстрел» — это российская бронированная пограничная машина производства российского завода «КамАЗ». Находится на вооружении российской 7-й военной базы в Гудауте, Абхазии, где используется как автомобиль разведки. Российская пропаганда исходит пеной у рта, пытаясь доказать. Войск РФ в Украине нет. Но каждый из вас в открытом доступе может найти тысячи свидетельств обратного. Подбитые и захваченные танки новейшей российской модификации Т-72Б3, Т-72БА и Т-72БМ. Российские КамАЗы и БТРы, которые есть только на вооружении РФ. Что они делают в Украине? Мы знаем ответ на этот вопрос. Все, на самом деле, знают ответ на этот вопрос. И да более того, вопросом является риторическим, что делает российская бронетехника на Донбассе. Когда Россия говорит о том, что ее армии здесь нет, это на самом деле попытка убедить, собственно, только российского обывателя. Для всех остальных стран, включая Украину, никакой дилеммы тут факт нет. Факт залишается фактом. Гражданская оборона. Смотрите на канале ICTV про расследование наших коллег. Они того стоят. Я знаю, что еще Антону есть что добавить. Правда, из другой светлой стороны интернета, так он, кажется, говорит, да? Антон, да, так ты говоришь? Так. Именно светлая сторона интернета этим утром нам поставляла хорошую информацию, которая позволит вам включить настроение на целый день. Поехали смотреть. Весь интернет смеется над происшествием во время концерта группы Maroon 5 в Калифорнии. На солиста набросилась фанатка. Велика была любовь, но прогнать удалось. Поехали дальше. Хотите сделать подарок своему, так сказать, заклятому другу? Подарите ему открыточку. Да, дизайнеры придумали открытку, музыкальную открытку, которую невозможно отключить после включения. А ее можно погружать в воду, топтать, мять, музыка будет продолжать играть. Ух уж он помучается, чтобы ее выключить. У тебя оттуда круг играет, так знаешь, и снова 3 сентября. Круг – это не страшно. А вот если у тебя товарищ проживает где-нибудь, одесситы поймут, в глубинах поселка Котовского, это так, старые давние районы, старые, то вот там не круга надо дарить, там подарить что-нибудь Диму Билану, и вот человек вечером на улице с этой открыткой, ему жить осталось секунды 3, если не выключит. Антон, а я не розумію, так, а что там такая батарейка просто супер міцна? Нет, там дело не в батарейке, там дело в защищенной схеме, которая не позволяет это все дело батарейку там выковырять. Ты вот открыл, заиграло, все. Держи. Гайки, кончилось. Поехали дальше. У нас есть прекрасная возможность улыбнуться, потому что что? Потому что у нас есть видео животных, которые всегда нам дарят улыбку. Давайте посмотрим. Так.
Да. І тут. А все тому, що хтось дуже багато їсть. Так, так, так. І от тут вот хтось багато їсть. Павло, поклади печиво. Юбочка. Ой. Собака-пошутіст. Да. Дорогой, похоже, кот нашел ту кассету. Это как вкусно, уважаем. Ну класс. Не выходит. Ну, ой, я... ой, ой, ой. Я у мамы космонавт. Ну, на тварин можно дивиться, напевно, вечно. Вот это прекрасно. Знаете, каким он? Кот учится целоваться с пылесосом. Кот учится целоваться с пылесосом? В каких, прости, в каких глубинах сознания родился этот образ? Я не хочу рассказывать тебе. Не, я не хочу не туда тебе, заглядывать. Юля, я расскажу тебе. Ладно, продолжаем. Есть отличная новость для тех, кто тяжело просыпается. Ученые изобрели специальный будильник, который гарантированно вас разбудит. И очень так мягко и тактично, не разбудив того, кто спит рядом с вами. Ну-ка. А там используется направленный свет и звук. Они постепенно нарастают, и вы так просыпаетесь, как будто солнышко пригрело, там птички запели, и вы просыпаетесь к новому дню. Есть. Совершенно незаметно для соседа или соседки по кровати. На самом деле есть единственный будильник, который способен тебя разбудить эффективно и так, что это... Ну, будильник называется «Мама». Будильник называется выключается фразой «Мама». Рота, подъем! Знаете, да. Просто... Будильник, будильник «Мама», система «Мама» выключается фразой «Мама, мне ко второй», да? Особисто мій рецепт, як швидко прокинутися, дивитися на годинник, а ви проспали, все, встигаєш зробити абсолютно всі свої справи самого ранку. Лучший спосіб виспатися – це проспати. Гениальные советы от Павла Казарина, человека, который постоянно меняет работы. Ладно, я вам покажу еще одно очень смешное, на мой взгляд, видео. Ну, люблю я странные происшествия с людьми. Итак, случай на рыбалке. Человек поймал тунца. Естественно, кто же не захочет сфотографироваться с тунцом? Но у тунца было свое мнение по этому поводу. Он несколько нервничал. Боязнью тунца. Только фотоаппарат поднимается. Он такой, ой, боюсь, боюсь, боюсь. А я же не накрашенный. Я сподіваюся, вони потім випустили рибу. Мне интересно, на что они его ловили еще? Может быть, Юля, это там внутри приманка? Тогда... Мне придется Юле рассказать, что ту рыбу, которую вылавливают из моря, да, ее не всегда да, в море отпускают. Я бы дуже хотела, чтобы потом ее отпустили, потому что иначе это видео не смешное. Далее, то, что важно, те, що не смішно. Чергову порцію правок від Мінфіна внесуть до податкового кодексу. В інтернеті, зрозуміло, люди це дуже активно, дуже жваво обговорюють. В основному ні на що хороше. Люди не розраховуються. Що ж чекає насправді українців? Про це ми сьогодні говорили в нашій студії з заступником міністра фінансів України Оленою Макеєвою. І ось ми вибрали найбільш цікаві і важливі фрагменти з нашої бесіди до вашої уваги. Не успел заработать новый налоговый кодекс, как вы готовите очередные поправки. Ваши специалисты что, некомпетентные, не могут нормально прописать законы с первого раза? Или просто цель вытрясти больше денег с людей? Гарне питання. Насправді всі закони, які були прийняті податкові в кінці минулого року, вони були, відверто кажучи, спрямовані на збалансування бюджету у складній ситуації з національною безпекою країни. Так. І на сьогоднішній день ми бачимо в соціальних мережах, в різноманітних ЗМІ люди кажуть про те, що реформи не відбулися. І це є показником того, що треба щось робити. Отже, ми вважаємо, що ті реформи, які були мали місце, вони не є досить амбітними для того, щоб мотивувати бізнес, сплачувати податки, а інвесторів йти в країну. Тому ми зібрали потужну команду на платформі Нацради реформ для того, щоб вразити і бізнес, і потенційних інвесторів в Україну, і врешті-решт показати зростання економічне на нашій країні. Дуже хочеться вірити, що це справді у вас вийде, ну, тому що щоб знову не було, щоб ми знову не переписували, щоб знову не було хвилі от обурення звичайних людей. Ще одне запитання. Ось податок на багатство. Давайте подивимося, у нас є слайд, покажіть нам його, будь ласка, на екрани. Ось, ставка податку, якщо зарплата більше від 12 180 гривень, була 17%, стало 20%. Ось запитання. Зрозуміло, обурюються глядачі. Тобто ви вважаєте, що люди, які заробляють $500, це багаті люди? Чому збільшили цю ставку? Звичайно, ні, але ми мусимо залишатися в тренді світової економіки. І прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб – це є практикою світової європейських країн. Ми повинні визнавати, що
Багаті люди і статки багатих людей – це є дуже гарним індикатором того, що в країні є платоспроможні громадяни. І тому ми повинні надавати певні преференції для тих громадян, які мають низькі статки, на сьогоднішній день дійсно потребують державної допомоги, та оподатковувати доходи багатих людей, так, принаймні для того, щоб зменшити або нівелювати концентрацію багатства в руках однієї людини або сім'ї. Так, це зрозуміло, але може трохи зсунути цей маркер, з якого починаються заможні люди, тому що 12 тисяч зараз – це не дуже багато. Я погоджуюся з вами, є багато дискусій. На сьогоднішній день вчора ми розглядали в Верховній Раді цікавий дуже законопроект пана Журжія, який запропонував дещо і по-іншому рахувати об'єкт оподаткування. Да? І тому постійно йдуть дискусії і в Міністерстві фінансів, і на платформі профільного комітету Верховної Ради. Ми думаємо, яким чином треба встановити справедливу систему. Просто традиційно, чим складніша система, тим хуже вона працює. В країні з'являються люди, яким бабушка подарила Бентли. В стране появляются люди, у которых как бы страшная вот талантливая жена, как только они стали занимать высокий пост, вдруг не открылся такой талант, вот деньги так и поперли. И ничего с этим сделать нельзя, непонятно что, как, куда. И все это вот на глазах у людей, которые отчетливо понимают, что они-то налоги платят, а вот смотрю на него и кажется нет. Що робиться от конкретно для того, щоб ці люди видихнули? Ну, насправді, на сьогоднішній день ми створили робочу групу, яка буде займатися наробкою дійсно амбітних податкових реформ. І ми говоримо про те, що в цьому році податкових реформ не буде, і наша увага сконцентрована на те, щоб завершити всі реформи ще до кінця літа або на початку серпня, з тим, щоб люди могли не прокинутися з наступного дня з новими податковими правилами. Все ж таки мали час для того, щоб ознайомитися з ними. Вот такое вот было у нас общение. А мы продолжаем вам подачу информации, без которой ваш день не будет полноценным. И знаете, что следующее? Наше развенчание мифа, что наши депутаты не краснеют. Краснеют, если к ним запустить Дашу селфи. Именно она задавала депутатам весьма личные вопросы, и они не могли ей не ответить, потому что под ее очарованием рушатся даже стены. Смотрите. Я депутатов ждала 2 недели. Я так не ждала ни одного мужчину. Будут они у меня сегодня наказаны. Вот так. Ой, ну не могу я долго злиться на депутатов. Они такие хорошие. З вами фотографуємо, чи ви мене будете щось питати? А давайте сфотографуємося, давайте вместе красиво. Ніхто не бачить. Сегодня мы узнали, что российский депутат внес законопроект о запрете секса до брака. Вот что вы скажете по этому поводу? Безумец, безумец. Добрый им путь. Чем меньше россияне будут размножаться, такие, которые подают такие законопроекты, тем будет чище российская земля. Запрете секса до брака. Я зрозумел. Я считаю, что брак без секса почти обречен. Я рахую, що це правильно, що це правильно, що цей законопроект, що він уніс, це дуже хорошо, це буде має чесність і порядність між молодежю. На якому свіданні можна дозволити інтим з мужчиною так, щоб потім він женився на мені? Ну, це, во-первых, вопрос к девушкам или к Ляшко. Да. З дружиною ми дозволили це собі десь місяці з півтора після знайомства. Та так як вже душа ляже, то я вважаю, що поспішати нема куди. Время спустя, коли вони поймуть, що дійсно інтим – це розвиття їх глибоких отношений. Я що це не тримається за паличку? Допомагаєте чи що? Це селфік же ж. Я не буду це проскоментувати. Чому? Многі мужчини прячуть деньги в носки, в піджаки, не знаю, що куди. От у вас є заначка від жени? Ні. А зачем така жінка, якщо мені треба прятати деньги? Є от такі мужчини, мені подружки розказують. Ну, это проблема с подружками, если они себе таких мужчин подбирают. Я бы посоветовал иметь столько денег, чтобы не надо было от нее прятать. Я взагалі проти готівки, скажу чесно. Чому? А тому що це корупційна складова дуже велика. Коли ти бачиш рух грошей через картку, ти знаєш, звідки воно взялося і куди воно рушиться. Это, по-моему, унижение прятать что-то, да. Я не прячу, бо в мене нема що прятати, так що. Нема що прятати, того і не прячу. Чесно? 100%.
Ладно, я вам верю. Спасибо вам большое. Ну, значит, хорошо, заходите. Хорошо, спасибо вам большое. Давайте. До свидания. Ну что, мы идем? Он не прячет деньги. Ну, прикиньте. Ну, почему? Ну, мы с тобой. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Ну и не надо. Знаете, на самом деле депутаты приходят в Верховную Раду не для того, чтобы работать, а для того, чтобы фотографировать меня. Да. Угу. Сергей Петрович, хватит меня фотографировать. Идите работать. Ну, как ребенок. Кошмар. До завтра, хорошие мои. Не могу, страшно, Даша. Не могу отказать себе в удовольствии задать тот же вопрос, который даже задавал депутатам. И на каком свидании можно позволить себе? Я вам, знаете, що зараз розкажу? Я вам зараз розкажу про анонси сьогоднішнього дня. Це важливо вам знати. Дивіться, сьогодні президент Польщі Комаровський в Україні перебуває з робочим візитом. І сьогодні разом із нашим президентом Порошенком вони прийдуть до Верховної Ради на пленарне засідання парламенту. Очікується, що Комаровський виступить перед депутатами. Ты готова говорить о чем угодно, лишь бы не отвечать на мой вопрос. Настоящий политик, можешь идти в Верховную Раду. Все. Сегодня, ну, только веди себя аккуратно, потому что иначе может поступить вот как со следующим фигурантом. Сегодня же Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дело бывшего главы Киевской горгосадминистрации Александра Попова, которого подозревают в причастности к разгону активистов Евромайдана в конце 2013 года. Это то, что ждет вас сегодня. Еще одна новость, которую вам нужно вооружить, это новость про погодные условия. Про погоду, правильно. За данными синоптики, зараз за вікнами нашої студії плюс 4 градуси, а в день повітря прогріється до плюс 11. Без буде без опадів, але все ж таки бачите дуже сильний вітер, тому одягайтеся тепліше і бережіть себе. Берегіть себе, вооружайтесь здравим смислом. Іноді вот этот баланс між рацією і емоціями все-таки в пользу рацію, хоча іноді мої колеги со мною не соглашаються. Про що він говорить? Нет. З ким він взагалі розмовляє? Це взагалі часто, не обращай внимания, це внутрішні голоса. Друзі, берегіть себе, це програма «Утро в Большому Городі». Завтра в 6:30 увидимся здесь на каналі ICTV. И хорошего вам дня. Побачимося завтра. Тримайтеся.